Русский, математика, биология. Эти предметы уже давно в школьной программе. А мир-то меняется. Может, школьную программу можно изменить? Какой предмет вы добавили в школьную программу? Я бы вернул астрономию, которую в этом году отменили, насколько я помню. А почему? Потому что люди должны знать, как устроена наша Вселенная, Солнечная система, где место нашей планеты в этой Солнечной системе. Я считаю, что это очень интересно и полезно. Какой бы предмет добавили в школьную программу? Сейчас я знаю ответ на этот вопрос. В школьную программу финансовую грамотность какой-нибудь и что-нибудь по правам человека, и, ну, не общим правам человека во всем мире, а вот именно права, какие у тебя есть на, ну, какие права от государства ты имеешь на собственность, на землю, вот такое что-то. Наверное, труды. Не технологии, а и труды восстановить, чтобы можно было мастерить. А вот почему именно этот предмет? Потому что его не хватает, потому что люди все покупают, но ничего сами не делают. Черчение, 100%. А какие бы убрали? Вообще никакие. Все очень нужно. Я думаю, финансовая грамотность. Почему? Детям, да и в целом людям важно образовываться в этой сфере. Ну, как мне кажется, это знания, которые должны даваться в школе. Наверное, предмет психологии. А почему? Ну, думаю, это важно нарастающему поколению, так как именно в школьные годы они строят свою личность. Я бы добавила в школьную программу, как проходить облака. А какой бы убрали? Математику, конечно. Физику, наверное. Да. Или химию. А почему именно эти предметы? А потому что слишком сложные, да. Угу. Не думаю, что в жизни пригодится. Да, физика. Что ж, вариантов много. Есть над чем подумать.